Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мафиоза. И за это время у меня много что здесь произошло. Ну, во-первых, как видите, у меня четвертая уже аренушка. Да-да, только сегодня буквально вот минут, наверное, 20-30 назад я перешел. И здесь у нас доступны будут такие персонажи, как сестра Лизи, ГН Шприц и Саша Кремень. Ни разу, ребята, у меня еще не выпадало. Даже, я вам скажу, больше. С гаража вот эти вот у меня не выпали персонажи. Из этих у меня только лишь Тайлер нокаут. И все, только вот с первой станции у меня... А, нет, опять же, не все персонажи у меня, ребята, нету мясника. Обидно, мне бы он пригодился. В общем, шестая, как говорится, у меня... Ой, четвертая арена. Шестой, ребята, уровень. Почти к седьмому подхожу. Так, что еще бы вам показать? Во-первых, давайте сундук, наверное, откроем, да? Я прислушался к вам, ребята, и теперь смотрю вот эти вот видосики. И действительно, я получаю вкусные плюшки. Чем сейчас я и займусь. Так, что мне тут достается? Ага, три самоцвета, замечательно. Так, это у нас для кого? А, для полицейского, понял. Так, о, Фрэнки Пышка. Блин, жалко, ребята, не 4, я бы его обязательно поднял бы по уровню. Ну что же, в принципе, все отлично. Так, давайте, наверное, будем активировать с вами вот этот вот сундучок. И, пожалуй, пойдем с вами на арену. Будем драться. Так, вот такой, ребята, у меня составчик в данный момент. Это Фрэнки Пышка, Стефана Соло и Деп Снайпер. Давайте посмотрим, повезет ли мне с соперником. Тут все очень, ребята, надо быть, короче, аккуратным и действительно напряженные уже бои. Опачки, вот я не знаю, что это за перец, ребят, что он делает, но это у нас гробовщик, насколько я помню. Короче, ребята, нам, во-первых, нужно снести полицейского. Так, погоди, начинаем вот с этого, ребят. Так. Посмотрим, что делает гробовщик, ребят, не знаю. Сразу вам говорю, спит. Ты же припухшили, братюнь. Так, что сейчас? Я больше уверен, сейчас, наверное, будет полицейский. Да, именно. Именно по Деп бомбить. Он прекрасно знает, что сейчас будет делать у меня Деп. А будет она делать очень и очень больно. Пощады. Да, будет тебе сейчас пощады, парень. Сейчас. Я не знаю, ребят, серьезно, что делает гробовщик. Какие у него возможности, специальности. Может быть, мне надо было в первую очередь его убивать. Сейчас посмотрим. Я думаю, что он все-таки сходит рано или поздно им. И мне кажется, он будет атаковать почему-то вот этой вот лопатой. Я уже видел, что делает зомби. Я уже видел, что делает доктор Шприц. Я вам скажу, это поганые такие, как вам сказать, юниты. Ну, в общем, все интересное было у меня, ребята, позади. Опа, ты видел что, а? Соло-то наяривает. В общем, ребят, сейчас мы с вами должны, по идее, убрать полицейского. Да, все у нас получится. Полицейского больше здесь нету. Дальше, я не знаю, будем, наверное, сносить Фрэнки Соло, скорее всего. У него ярость уже накопилась. Сейчас проверим, что тут за ярость. Гробовщик. Да ладно, неужели он призывает зомби? О-оу. Слушай, это плохо. Блин, а что же нам делать? Твою ж каракатицу, а. Ребят, надо сносить, наверное, его. Давай попробуем. Да он еще и живучий гаденыш такой, а. Так, ну что, Деп они мне сейчас уберут. Это я вам точно говорю. Черт, он так и хочет, чтобы этот зомби восстал, а? Ах, вот что он делает! Вау! Так, слушай, парень, ну тебе-то здесь явно не рады. Давай его отсюда обратно на тот свет отправлять. Так, добьем мы или нет? А-а-а, не хватило, блин, Деп. Деп сейчас, ребята, уничтожат. Он сейчас сделает два выстрела. Кстати, он использовал спецвозможность. Это хорошо. Все, Деп хана. Ну, а мы с вами, естественно, ребята, будем добивать полицейского и браться уже за гробовщика. И будет у меня этим делом заниматься кто? Давай-ка вот так вот сделаем. Так. И вот так. Надеюсь, у меня получится снести гробовщика. А у него, кстати, ребят, сейчас второй... Блин,
Очень быстро у него копится ярость. Сейчас опять будет копать, да? Я понял. Я его прекрасно понял. К сожалению, я не смогу его сейчас уничтожить. Вот что самое хреновое-то, ребят. Так, ну-ка, давай вот так, наверное, сделаем. Все, на следующий ход гробщика не станет. Он, естественно, сейчас призовет еще раз полицейского. Он потратит всю ярость, призовет полицейского. Я его добью, этого гробовщика. И, конечно же, полицейского я тоже добью. Угу. Я понял. Погнали, ребятули. Раз. Так. И вот так вот. Будем смотреть, что дальше. У меня, ребята, по крайней мере, ярость есть. И я собираюсь, наверное, использовать ее на своего Фрэнка Соло. Не знаю, что у нас получится из этого. Так, он мне пышку, значит, валит. Хорошо. Это его, ребята, выбор. Естественно, пышка сейчас уничтожит у меня вот этого вот говнюка. Ему здесь не место. Погоди-ка, три, да, у меня четыре. Ладно, фиг с ним. Вот так вот. Ну что же, мне придется распрощаться с Фрэнки, потому что он его уничтожит. Поверьте мне, у него еще и ярость готова. Тут все зависит от того, кто будет правильно использовать ярость. Ну давай, давай, давай. Отлично, хорошо. Теперь погнали мы. Поехали. Раз. Раз. Два. И три. Вот так вот мы сделаем. Короче, сейчас он будет использовать свой, ребята, наверное, суперудар. Или не будет. Скорее всего, будет. Спасибо ему большое, ребята, ему хана. Ха-ха, вот так он сделал. Ладно, ладно. Смотрите, ребят, он сделал первый свой суперудар, да? Ой, ну, супервозможность свою. Смотрите, что я делаю. Я делаю то же самое в противовес. Только единственное, знаете что? У него сейчас она закончится, а у меня-то нет. Смотрите. В общем, он себе подписал тем самым смертный приговор. Смотрите, что будет. Сейчас он будет стрелять в меня. Естественно, ему надо стрелять, чтобы, как говорится, продолжить свой ход. Здесь нельзя, ребята, пропускать все это дело. Придется действовать. И все. Сейчас я его с выстрела буквально и уложу. Привет сразу мне пишет. Пошел ты знаешь куда со своим приветом. Не надо было выеживаться с самого начала. Все, ребята, тактика сработала, все отлично. Все благодаря Деп. Вначале у меня была бабуля, но как-то с ней у меня все не задалось. Она вроде бы и бомбит неплохо, но не катит, не канает. А вот именно с Деп все идет отлично. И Фрэнки пышка тоже дает, как говорится, прикурить им всем. Так, что... Оу! А вот это, ребята, серьезная команда. Здесь Мясник, здесь Тайлор. Нокаут. В общем, сейчас будет хреново, поверьте мне. Хреново будет мне. Он сейчас будет бить по Деп, специально ее оглушать, чтобы я мог промахиваться. Но я буду, скорее всего, тогда бомбить пышкой. Это предсказуемо. И это тоже предсказуемо. Вот это вот меня бесит, ребята, в нем. Вот в этом вот Тайлере. Видишь, да, что он делает? Ну что же. Пышка, пышка, пышка. Давай с пышки начнем. Так, он сейчас опять, ребята, будет дубасить. Естественно. Вот это вот, кстати, головокружение означает то, что, ребята, я могу промахиваться. Я могу стрелять, но буду мазать. Поэтому я как бы не стал ходить из-за этого деп. Ну что, опять он будет атаковать. У него будет 4 атаки. Атаки здесь быстрые у этого Тайлера. Ну что он не ходит-то? Что-то он, ребята... А, ё-моё! Вот-вот, ребята, видели, да? Промахнулся я. Я думаю, что такое, что он не ходит? А у меня, оказывается, еще был ход. Пардончик, как говорится. Засмотрелся. Ага, вот так он делает. Четвертый удар. Все, я его понял. Я его прекрасно понял, что он собирается сделать. Погнали, ребята, уничтожать вот этого вот гаврика. Слушай, но в следующем ходу мы его уничтожим. Сейчас будет мясник стопудово бросаться, наверное, топорами. Нет? Хм, вот это странно. Вот это странно и очень даже прикольно. Ах, вот так он делает. Вот это плохо, ребят.
Вот это, блин, было сделано плохо. Для меня, по крайней мере. Так, что же нам такого замутить? Попаду, интересно, как думаете? Чёрта с два. А-а-а! Ну-ка. Ладно. Один раз попали. Но это плохо, очень плохо. Надо было, конечно, Фрэнка пышкой. Ярость. Сейчас кого-то он мне убьет. Он сразу в нокаут и... Опа! Опа! Ребят, неужели не сработало? Слушай, ну, родной, тогда тебе... Тогда тебе что? Тогда тебе хана, по идее, должно быть, да? Дай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Чтоб наверняка уж. Потом полетят два топора. А потом полетят два топора. Давай так сделаем. Ну что же, кем он сейчас будет ходить? Он будет сейчас, ребята, да. Я... Воу, спасибо тебе большое, парень. Ты в курсе, что я тебя сейчас с двух ударов просто снесу? Ты, наверное, не догадывается об этом. Ну что ж, пардончи тогда. Тогда пардончи. Так, ну не с двух, конечно, ребята, я наврал. С трех. С трех придется мне его снести. Так, и... Давай так сделаем. Все, а остальное зависит от того, как у нас сыграет, ребята, пышка. Два топора он сейчас бросит. И третий. Третий по пышке. Пышка, ребята, проигрывает, но у меня... Ах, у него 67%, а у меня сколько? У меня 77%. Ладно, погнали. Естественно, сейчас он бросит свой топор, но вы не забывайте, ребята, у меня есть защита, а у него просто истерика. Смотрите, что сейчас будет. Он бросает топор и еще два топора вдогонку. Я встаю в блок и пробиваю его. Угу, именно так и будет. То есть он проиграл уже. Или же нет, я что-то путаю. Посмотрим, короче. Два выстрела у меня есть. Да, ребята, ему хана на следующем ходу. Сейчас он, естественно, в меня метнет свои топорики. Мне, как говорится, пофиг. Ну что ж, добивать его пора. Мясничка-то этого. Ну все, все, побаловал и хватит уже, ё-моё. Он, наверное, думает, что у меня не хватит дури его завалить. Он ошибается. Вот так вот. Отличненько все у нас идет, ребята. Все шик и блеск. Но Тайлор, на самом деле, вот этот нокаут, он очень бесявый. Смотрите картинку там. Он очень меня раздражает, а вот этот сундук мне очень-очень нравится. Можно будет его... Давайте, наверное, его и откроем. Так, 115 монет, блин, шикарно. У нас уже 5000 монет. Наручники, нафиг бы они мне нужны, а, ребят? Так, ну что же, посмотрим. Так, что нам тут? 123 монеты еще, блин, шикарно. Я обожаю, ребята, эти сундуки. Так, ну, этот парень мне не особо нужен, я им даже не играю, а вот это хорошо, блин, но мало. Во, тоже отлично. Блин, ну чуть-чуть не хватит. Вот это, кстати, офигенная, ребят, штука. Кстати, мы можем с вами зайти в магазин и кое-что посмотреть. Может быть, здесь что-то открылось. Опачки, блин. Ладно, я куплю. 50 монет, фиг с ним. Это нам пригодится. Так, 500 монет. Так, сколько? Всего лишь 2 дают? Блин. 2, это будет всего лишь 5 у меня, да? Ладно, я скуплю. Я скуплю все это. Копишь, ребята, копишь деньги и потом тратишь их. А на что они еще нужны? Только лишь на это. Ну что, дорогие мои, давайте, наверное, продолжать. А, кстати, я же хотел сказать, ребят, я же создал свой клан. Вот называется он Карателей, так что, если кто видит, то добро пожаловать. Донатеры приветствуются. Я имею в виду такие жесткие, которые, блин, будут помогать нам здесь разруливать ситуацию, потому что здесь вот эти вот Абдулы, их очень здесь много. Сейчас мы посмотрим, ребят, вот. А, подожди, во-во-во, кстати, вот. Вы посмотрите, сколько этих тут. Игра на самом деле даже не американская, а, по-моему, индусская. Тут где-то можно посмотреть, кстати. Так, создатели там вроде бы или что-то такое. Сейчас посмотрим. Вот, авторы, смотрите, ребят. Махамад Цехтаби. Ну, вы понимаете, да, уже можно понять, что это. Саид Хасани, Рамид Ламиан. Жесть, но скажу вам одно, ребята, техподдержка здесь работает. То есть у меня было такое, что сундук я получил, но как бы его открыл, а в этот момент потеря связи была. То есть сундук не засчитали. Я пишу в техподдержку в их, и они буквально сразу же реагируют, сразу же все исправляют. То есть, ну, игра поддерживается, она не заброшена, ребята, это я вам точно говорю. Так, ну что же, мы продолжаем с вами бой, нам нужно еще два сундука заработать. Я опять же оставляю эту команду. Никого не буду менять. Хотелось бы, конечно, себе новых персонажей.
новых, ребята. Или прокачать старых. Опа, опа, смотри-ка. Черт подери, щекотливая довольно ситуация. Посмотрим, как он будет разруливать. Так, у меня второго уровня, у него тоже все второго уровня. Так, вот что делает, да? Значит, мы с вами будем... Я думаю, что надо убирать нам этого полицейского нафиг. Чертовой бабушки. Его. Отлично. Блин, ну, он еще живучий, гад. Сейчас либо деп будет стрелять, либо полицейский. Посмотрим, если полицейский, то хорошо. Нет, он решил все-таки деп. Гад, по моей тактике пошел, да? Ладно. Раз он пошел по моей тактике, будем отвечать так же. Так. Ну что, ребята, на следующем ходу полицейского не станет. Ну, сейчас он мне, наверное, убьет деп. Скорее всего, хватит у него мощей пробить. Четвертый выстрел делает. Оу, парень! Ха-ха, ну, я тебя поздравляю тогда с этим. Я тебя, парень, с этим поздравляю. Так, раз выстрел. Два. И теперь, ребятули, мы беремся за деп. Мы беремся с вами за деп. Шикарно. Потом вступит в дело у меня Фрэнки Пышка. А что он сейчас будет, интересно, делать? Смотри, не тратит суперудар. Но он хочет... Ну, Фрэнка, да, мне? Ладно. Кстати, странно очень. А, вот как. Вот как он сделал. Ну что же, это, ребята, его выбор. Ну, а мы погнали дальше. Так, что у нас там? Есть бессмертие. Посмотрим, короче, что он сейчас делает. Он провокацию поставить на деп не сможет. Он может только на близстоящего персонажа. То есть, если бы здесь был полицейский, он бы смог поставить на него вот этот вот щит. Но сейчас у него это не получится. Да-да-да, он сносит. Он хочет, ребята, мне снести пышку. Но вы знаете прекрасно, что у него ничего не получится. Почему не получится? Смотрите, ребята. Мы делаем вот так вот и бомбим по деп. Все, на следующем кону ей хана, ребята. Может быть, я, конечно, зря сделал вот это вот сейчас. Что сделал, то сделал. А вот это он хорошо делает. Вот это он хорошо, что бомбит, в принципе. Деп надо обязательно сносить. Если он сейчас... чтобы он не делал, во-первых, поцелуя вот этого вот, контратаку. Он что-то призадумался, не знает, в кого, наверное, стрелять. Ну, естественно, ему надо стрелять по Фрэнки Соло. Ты дурень! Что ты делаешь? Блин, ну... Не знаю, не знаю, ребят. Так, погнали. Раз. Два. Погоди-ка, мы лучше сделаем, наверное, вот так вот. Да, так будет лучше. Ну что же, он мне сейчас уничтожит. Естественно, ребята, уничтожит Фрэнки Пышку. И встанет в защиту. Да, я проиграл здесь. Я здесь проиграл, ребятули. Блин, как-то... Как-то хреново она слышала. Все зависит от того, как у него прокачаны скиллы. То есть, какого уровня. Вот так вот скажем. Если он сейчас целенаправленно будет бомбить по Фрэнке, он его снесет. Потому что у него еще два выстрела есть. По-моему, два, да? Он массовый. Да, два выстрела еще есть. То есть, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ваш противник... А, он его выкидывало из игры. Ваш противник... Ну, тогда ты извини, парень. Что я могу тебе сказать? Хотя, хер ли, извини, он сейчас, ребята, в провокацию уйдет. А, смотри, в чем суть. Он сейчас уйдет в провокацию, так? Он поставит на себя защиту. Но у меня-то, ребята, тоже накопится. И я, естественно, Фрэнки Соло поставлю... Почему Фрэнки? Его же не Фрэнки вроде звать-то. Смотри, что... Оп, столько не убей. Только не убей. Все, ребята, ему не повезло. К сожалению. Он потратил все твои, свои три выстрела. И теперь смотрите, что мы, ребята, делаем. Мы его просто расписываем. Знаете, какой сейчас дамаг будет офигенный? 164 за выстрел. Да. Но, грубо говоря, мне повезло. Здесь у него была возможность меня одолеть. Вот я вам серьезно говорю. Если бы он не вылетал, может быть, он когда зашел, просто растерялся, что-то заметался. Но, тем не менее. Сколько нам нужно, ребята, для того, чтобы перейти на следующую? Ага, 1600. Роберто Псих, Сел Проныра и Вера Вендетта. Офигеть. Мне бы хотя бы вот этих получить-то, ядрить, макарить.
Ладно, ребят, последний, заключительный у нас бой. Поехали. Лишь бы не было депта. Деп-снайпер, да, сейчас вот я вам говорю, она топчик, рулит неплохо. Намного лучше, чем бабуля. Опять, опять, ребята, у нас полицейский. Надо его сносить. Ну, конечно же, так, а у него, ребята, первого уровня, да? Ну, естественно, естественно, он сносит деп, я знаю. Он боится, он переживает. Он переживает, но мы его должны, по идее, снести в разы быстрее. Сейчас он делает опять же очередной залп, и на следующем ходу он погибает. У него, кстати, ярость копится быстрее, чем у меня. Во-во-во-во, Фрэнки, пышка, успокойся, пожалуйста, что ты делаешь? Ты думаешь, ты от этого выиграл? Нет, ты от этого не выиграл. Вообще нисколечко не выиграл. Так, надо же, как мы его быстро разнесли. Ту-т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 у
Он сейчас будет стрелять, естественно, по деп. Опять же, наверное, пышкой. Потому что у Фрэнки, у него маленький дамаг, когда нет повреждения. Ах, ты вот так даже сделал. Слушай, тебе повезло просто-напросто, парень. Ну что же, погнали. Отлично. Давай смотреть, что он дальше будет делать. Так, у него тоже ярость готова, естественно. Ах, ты даже вот так вот. Даже двойным. Хм. Это, конечно, заманчиво все. Но, парень, по-моему, придется с тобой распрощаться. Все, ребята, у него безвыходная. У него патовая ситуация. Сейчас либо он будет атаковать пышку, но пышка выживет. А вот его пышка-то вряд ли выживет, кстати. Смотрите, что мы будем сейчас с вами делать. Уничтожаем и два выстрела вот по этому ханорику. Сейчас, конечно, он мне пышку-то уничтожит. Но потом я делаю три выстрела. Ага, раз, два и последний выстрел. Три, все, уничтожил. Так, слушай, по 150, если он будет делать, нам, короче, нужно быть аккуратным, смотрите. Раз. Так, подожди, и два вот таких сделаем. Один даже вот такой. Все, ребят. Сейчас он будет атаковать, но, поверьте, он не убьет. Если он сейчас встанет в провокацию, то есть вот это в бессмертие, я тоже встану в бессмертие. Если он не встанет, то он в следующем кону ему... Ну, звездец просто-напросто. Вот он теперь и думает, как ему выкрутиться. Естественно, чтобы убить моего, он должен наносить по 150 урона. У него такого урона не будет. Вот на данном этапе жизни 150 с выстрела он не будет получать. Ой, елки-палки, а что? Блин! Ребята, по-моему, я сплавился. Вот теперь будет. Вот теперь будет. 150, 150 и 150. Да. Тут я, ребята, тупанул. Слушай, почему я просчитался? Я же должен был... Я должен был выстрелить вот этим и все. У меня не должно было быть ходов. О, ходов, ребят. Зачем он это делает? А, ну у него еще есть... Че ты сделал? Ты дурак, что ли? Ну, ребят, вы извините, я не знаю, я не знаю, как так можно играть. Вот сейчас, в данный момент, это просто было тупо с его стороны. Он мог моего чувачка спокойно застрелить. Он что делает? Ну, если такие дальше пойдут у нас игроки, то, ребят, я вообще в топчик выйду скоро. Смотрите, ему хана, все. Согласитесь, ну, глупо с его стороны было вот так вот встать в провокацию, когда он мог меня просто убить. Тьфу. Да, 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 да. Побольше бы таких у нас ребятулек в игре, и все, будет топчик. Так, через 8 часов 20 минут я только смогу следующий сундук набивать. Ну что, дорогие мои друзья, вот как-то так, вкратце я вас жду в своем клане, который называется Каратели. Заходите, и будем здесь, ребята, разбирать всех. Как говорится, без компромиссов, не щадя головы. Слушай, смотри. Блин, 540, ребята, волшебный сундук. Обалдеть. Имперский. А что в имперском? Офигеть, ребята. Офигеть. Ну, на него копить 2800. Охренеть, сколько придется. Так, ну что, дорогие мои друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что, ни пуха вам, ни пера. Удачи.